Ежегодный фестиваль тюльпанов, темой которого в текущем году стала эпоха поэтов-шестидесятников, открыл свои двери для жителей и гостей Петербурга. В этом году было высажено более 200 тысяч тюльпанов на площади 4000 квадратных метров. 5 центральных цветников выполнены в тематике стихотворений. Цветом и рисунком организаторы фестиваля постарались передать характер и индивидуальность каждого поэта. Композиции выполнены при помощи не только тюльпанов, но и других луковичных растений. Каждый год на протяжении уже 6 лет мы создаем определенную концепцию для посадок. Обычно мы вдохновляемся какой-либо эпохой. В том году у нас была в 2020-м эпоха конструктивизм. В этом году мы решили посвятить наш фестиваль поэтам-шестидесятникам, лирикам и представить, вдохновиться поэзией Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Булата Акуджавы и создать основные цветники по мотивам произведений этих великолепных поэтов-шестидесятников.